Николай, с возвращением на лед. Начнем с короткого комментария по матчу. Каким он получился против «Адмирала»? Хороший матч у нас получился. Контролировали игру и много играли в зоне атаки, много моментов создавали. Хорошо играли в целом. И Самон сегодня подтащил, как обычно. Сухарь еще один заработал. И все ребята старались, все 60 минут. И хорошая игра с нашей стороны. Вы некоторое время пропустили из-за травмы. Как себя чувствуете? Как вообще хоккейный игровой ритм? Соскучился, конечно, по хоккею. Чуть пауза затянулась и восстановился, подготовился, поэтому чувствую себя отлично. Против «Адмирала» всегда матчи упорные. Сегодня, однако, удалось по счету весьма крупно поиграть с таким заделом. А за счет чего все-таки? Да, они очень хорошо играют в обороне, плотно. И удалось, в большинстве неплохо разыгрывали. И хорошо двигались, и движения выигрывали, за счет этого создавали моменты.